На гэтую пасаду Алексей Няверов быў назначаны 31 студзеня. Падчас сходу абласнога прафсаюзнага актыву яму ўручана адпаведнае пасведчанне. Па словах новага кіраўніка абласной арганізацыі, яго галоўная задача на новай пасадзе – абарона правоў працуючых. Проведение, наверное, той политики, которая, в принципе, в нашем государстве и существует. Исполнительные власти и профсоюзы не должны быть в какой-то конфронтации, мы должны идти в единое направление. Это самое главное. И тогда, в принципе, мы достигнем того, что мы для себя какие-то задачи ставим, и будем иметь успех во всех направлениях. Сегодня перед профсоюзными организациями Беларуси стоят непростые задачи. Об этом каже керовник Республиканской Федерации Михаил Орда. Необходимо завершить початую в минулом годе работу по оптимизации организационной структуры, что повинно привести до скорочения колькости галиновых комитетов. Больше уваги сёлета плануется надать работе с коллективными погоднениями, головным документом, які закликаны абараняць правы працуючых. Пры гэтым неабходна трымаць на контролі пытанне павышэння прафесійнай кваліфікацыі работнікаў, што апрача іншага дапаможа ім больш упэўнена адчуваць сябе на рынку працы. І должен наніматель пранікнуцца в этом, что это деньги он вкладывает в том, чтобы сегодня и поднимать свое производство, делать его более устойчивым. Если человек будет быстрее работать, более качественно на этом станке, значит, он будет более конкурентоспособную продукцию качественно производить, значит, она будет более продаваться. Значит, добавленное будет больше. Значит, предприятие будет сильнее. Всем здесь хорошо. Но и мы понимаем, даже если будет какое-то сокращение на предприятии, а этот человек высококвалифицированно подготовлен, обученный, он всегда будет востребован. Работа сходу профсоюзного актива в Гомельской области завершается символичным актом пераемности. Новые попередники керовники областной организации обмениваются мощным рукопотисканием. Леонид Барабанов узначалил областное объединение больше как 10 годов. Под его керовництвом организация не просто достигнула значных поспехов, а и стала соправды авторитетной. Итог работы по каждому направлению вы лучше меня знаете, но важное, наверное, то, что профсоюзы в области узнаваемые и, возьму на себя смелость сказать, почитаемые. Это результат вашего труда, уважаемые коллеги. Это результат той работы и той ответственности, которая у каждого из вас присутствует. Олег Сенцюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».